Мутлар вторник, рынок шмоток. И а где же тут Метин стоит? А, кстати, у Метина, по-моему, здесь не было вообще на этом рынке вторничном. Время где-то с 6 до 6:30, точно не знаю сколько. Дик Метина за шортами вчера, мои любимые шорты. Пришел домой, смотрю, там дырка. Думаю, как же я шел с ней по улице. Так, а тут он... Нет, там ряда нету. На вторничный обычно приезжаю на овощи, фрукты. На шмотках я давно не был на вторничном. У них еще там ряд больше будет. Права. Можно. ХБ. Катон итальянский. Какая цена средняя? Средняя 600 лир, минимальная, максимальная 1000 лир. 600 тысяч лир. Лион есть, Глубак есть. Так, Италия, да? Итальянский, все, да. Все районы, все, оба, да, тоже, да? Итальянский, новый товар, да? Угу, запоминайте, приходите, кому интересно. Тебе говорю, интересно. Он скидка нужен. YouTube говорит, и будет скидка. Да. Приходите, все, Action Lar. Так, где же Метинчика искать? Pazara bıraktık, gençleştik ben. Allah razı olsun, sağ olasın. Сейчас Метин уже собрался, я думаю. А вчера мы сделали нормальное видео такое. Там столько моделей, я сразу что-то тупил, а потом думал, посмотри, там столько шортов, которые мне понравились. Шорт, шортов. Шортов или шорт. €5, $6, 80 лир. Пробежался немножко по берегу, показал чуть-чуть пляжа Махмутлара, там, где люди купаются. Какое видео раньше выйдет на этом, скорее всего, потому что там монтировать надо. 10 штук 10 евро. 5 штук 10 евро. 5 штук 10 евро. Где же наш... Ой, как апельсинка пахнет. Где же наш Метин? Метин, я знаю, ты всегда говоришь, подходи пораньше, но если... 8-9 я спать ложусь. Люблю спать 8 часов. Ну 7 хотя бы. Пораньше у меня, ну, никак не получается. 10 евро рубашки. Обезьянки. Черепашки. Носки. Так, главное не проскочить. Стоп, стоп! Я понял, это один ряд, потом направо. Давно здесь не был. €60, €2, $2, $30 детский футбол. О, нашел, привет. Успел, вы еще не все попрятали. Всем привет. Привет. Уже во вторник рынок, мы первый раз видео снимаем, правильно? Да, я вот тоже вспоминаю, да, по-моему, первый раз вторник, да. Ну, не последний, наверное. Слушай, я вчера ты показывал, как-то я так это, а дома начал смотреть, мне шорты понравились, и те, и потом плейн вот эти тоже, да. Во. Ну, я рассмотрел, вообще супер. А потом прихожу ночью домой, а у меня вот здесь вот
Да, я не знаю, я шел и светил, наверное, там. Как? Я никуда не садился, то есть я не знаю, что там просто ткань, видимо. Не знаю, я тебе покажу в понедельник, если есть смысл чинить. Я что-то ступил, да, и в этот же день, когда он мне прям хотел, говорит, бери, бери эти шорты, я говорю, да нет, и в этот же день хлоп и сломалось. Раба. Да, это судьба, это точно. Спасибо. Этот цвет мне понравился вчера, мы смотрели. Сейчас я покажу, какие мне понравились. А, ну вот, кстати, вот эти вот мне понравились, у него тоже есть большие размеры, вот эти классные. Сейчас покажем тебе черные. Вот они. Вот эта модель. Это будет модель Ромка 2 называться, а там модель, та модель, что у меня была, а та, что у меня была, есть такие? Есть, тоже есть. Да, то Ромка 1 будет, а это Ромка 2 черный. Так, это Метин передает то, что вчера дали, я уже видео показал. Спасибо вам большое. Большое-большое спасибо. В прошлом видео я вас показал. Спасибо. Вот так. Они мне давали, я тебе даю. Метину можно вискас оставлять всегда. Вискас Метину можете оставлять, кто хочет. Он все передаст. Спасибо. Так, ну все, наверное, мы... Покажи мои шорты, а то они не поверят, что такие большие могут быть. Сейчас я покажу вам, что я возьму себе. Модель Ромка Рокер 2, можете их называть. А те, которые модель 1, я вам покажу в следующий раз, он уже их сложил. Как всегда, у меня возникает вопрос, точно мой размер? Боже, мне всегда кажется, что маленький. Я камеру убрал, ты подожди себе, давай. Боже, а это что за радуга здесь? Дискорд, как моей. Дискорд. Очень популярный. Блин, а что такие цвета? Я в шоке. Это есть какая радуга какая-то. Нет, это не это. Мы ее сейчас отпорим, оторвем ее. Давай, да? Давай, оторвем. Не дам камеру. Принести на... Кого? Вот так, ты держи себе. Снимем цепь и оторвем вот эту гейскую радугу. Убирай. Сейчас? Да. Погметин, короче, может делать все. Если вам что-то не понравилось, может оторвать, порвать, прошить, перешить, короче. Ну, что мне кажется, что не маленькие? Что мне всегда все кажется маленькие? Это 100% твоя. Один в один. Вот всегда смотрю, мне кажется, что маленький. Начинаю одевать, всегда все подходит. Ну, даже так. Вот эта штука. Эта штука на песине тоже будет, да? Конечно, они модные просто до усрачки. У меня другого слова нет. Но, блин, они мне нравятся. Модель Ромка 2 называется. Ромка 2, да. Ромка 2. Первую мы потом покажем. Первый, да. Потом... Так, вот эту радугу точно мы отрежем, потому что она мне... Знаешь же цвета эти? Да, понял. Понял, да, о чем? Ну, я ничего не скажу. Не, ну, они имеют право на жизнь, как бы я не спорю, но... Я могу убирать это сейчас. Убирай. Давай покажем, да, покажем как-то это. По желанию клиента, может порезать, отрезать, можете заплатить, вообще порезать на кусочки. Все, что угодно может сделать Метин за ваши деньги. Да, Метин? Ну, могу. Цепь тоже я могу тебе оставить, или я буду куда-то использовать. Ну, это можешь снимать. Я ее куда-то буду использовать, да, мы ее снимем просто. Ну, шорты супер вообще. Уже готов. Ну, сейчас спасибо. Я уже отрезал аккуратно. Все, друзья, вот так вот мы пробежались по рыночку Махмутларе. Я рад, что нашел Метина, показал здесь первый раз во вторник. Теперь мы увидимся, не знаю когда. Вон обезьянки уже готовы домой ехать. Вон они все лежат. Все, любой каприз. Метин исполнил. Уже супер. Готов. Супер. Это можно пришить куда-то. Кому-то да, подарить. Все, скажи всем пока. Хорошо, увидимся. До свидания. Пока.